По словам участников ДТП, это случилось около 5 часов дня, и вплоть до 10 часов вечера участники ждали сотрудников ДПС, чтобы произвести разбор происшествия. Сами не стали оформляться, потому что, во-первых, были разногласия, во-вторых, грузовик зарегистрирован на организацию, и поэтому нужно было оформить все официально сотрудниками ДПС. Мы вдвоем не могли разъехаться. Я полдня здесь с вами торчу. Ты еще полосы. Да вы что, парни, угораете или что? Мне ты что говоришь? Получается, я буду виноват. А ты хочешь сказать, прав? Я стоял. А вы стояли просто здесь, на этом месте, на парковочке, да? А что произошло потом? Не знаю, пришел вот ситуация такая. Здесь я вижу, 3 машины участвовали в ДТП. Как они вообще прилетели к вам? Я не знаю, стоял. Объезжал, только тут машина стоит. Тут еще машина стояла. Получается, да, пешеходным, чтобы не зацепить. И он, получается, думал, что проскочит в слепую зону. Ну как, в кармашек хотел постараться. И не получилось у него. Потому что, ну, и у них слепая зона была. Да, вот, я у него, он у меня в слепой зоне был. Как произошло ДТП? Я ехал справа, вот так вот. И он ехал оттуда, вот. Ехали, ему что. А он это как его, что, место, понимаете? Да, но это место происшествия. Может, без него. В итоге в этом ДТП нет пострадавших, да и машины повредились не сильно. У Hyundai поцарапался бампер, водитель, скорее всего, не будет числиться как участник ДТП. На Гранте повредилось зеркало заднего вида, крыло и замят диск. Ну а у грузовика остались вот такие следы на колесах и больше ничего. Сергей Пичугин, место происшествия.